чего же смело тиранорекс? С любым вопросом к Тому мы идем, идем. Вики все считают самой милой, ну а Пинга шустро мы зовем. Если где-то оказались малыши в беде, то им поможет команда Дина. Непременно всех спасут в небе и в воде, выручат нас, ведь это же Дина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Любым вопросом к Тому мы идем, идем. Вики все считают самой милой, ну а Пинга шустро мы зовем. Это Дина, вместе встречайте нас! Команда Дино. Родной город Виктора. Пойдем играть в футбол, Виктор. Виктор, почему ты такой грустный? Да, что-то случилось? Ты просто скучаешь по дому. Разве пингвины живут не на ледниках? Зачем вы переехали так далеко? На моей родине дома делают изо льда и снега. Но со временем наши дома стали таять. Не знаю, почему. Как печально. Не плачь, Виктор. Поехали в твой город, выясним, в чем причина. Попросим помочь команду Дина. Они точно что-нибудь придумают. Спасибо, ребята. Вот здорово. Мы увидим ледники. Холодно! Не отставайте, друзья! Вот моя родина! Ух ты! Как здорово! Горы заслоняют от холодного ветра, поэтому мы строим дома здесь. Класс! Мне уже совсем не холодно! Но, в конце концов, все стали уезжать. Помню, как я играл здесь с друзьями. Не забывай, мы тоже твои друзья! Давайте поиграем! Бежим! Давай! О, постойте, я тоже хочу! Нельзя! Ну да. Надо убедиться, что здесь безопасно. Делу время, потехи час. По-моему, все нормально. Интересно, почему пингвины решили уйти? Снежные домики стали очень хрупкими. В них опасно жить. У пингвинов не было выбора, кроме как уйти. А мы можем как-то помочь? Перед приездом сюда Виктор сказал, что дома стали таять. Поэтому я захватил замораживающую пушку. Вперед! Замораживающая пушка! Ура! Как здорово! С моим изобретением можно заморозить весь город. Тогда нам лучше поторопиться! Я так рада, что пингвины смогут вернуться домой. За работу! Прямо ледовый парк развлечений! Я часто сюда приходил. Давайте еще. А где Бен?
Смотрите, я лечу! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Кажется, высоковато взял. В твоем городе так весело! Да, но в домах опасно, там больше нельзя жить. Вышенос, Виктор, перекусим! После еды мне всегда веселей! Он замерз, а я проголодался. Вы ничего не слышали? Бежим! Скорее на выход! Помогите! Помогите! Команда Дина, вперед! Пинк, истребитель! Том, бульдозер! Вики, моторная лодка! Рекс, гоночная машина! Команда Дина, вперед! Пинк, выясни, что случилось. Вы целы? Мы целы, но мы не можем выбраться. В чем дело, Пинк? Дверь завалила, они не могут выбраться, а дом тает. Надо быстро их спасать. Смотрите, льдина. Молодец, еще немного. Ничего себе, дом тонет. Пинк, выиграй время для нас. Есть. Скорее! Я дольше не удержу! Вперед! Замораживающая пушка! Я близко! Плохо дело, вода просачивается! Ты сможешь, Том! Ура! Спасибо, Дина! Спасибо, Дина! Тут опасно. Надо срочно уходить. Это самое увлекательное приключение! О, посмотрите на лед! Все тает. Боюсь, это из-за глобального потепления, вызванного нашим загрязнением. Например, заводы выделяют в воздух токсины и тепло. А электричество, которым мы ежедневно пользуемся, требует много горючих ископаемых, а они производят вредные газы. Из-за различных загрязнений на Земле становится теплее. А я и не знал, что все так серьезно. Спасти окружающую среду можно только сообща. И начинать надо именно сейчас. Вы с нами? Да! Да!
гости дальних миров.